Приветствую всех, уважаемые друзья, подписчики, все, кто будет смотреть. Ну чё, Петрович, короче, выловил мешочки эти все новогодние. Ёптель-моптель, пока ловил, короче, не знаю, сколько времени прошло. На 13-м как завис в мешке, всё. Дальше вилы. Ну, в общем, общими стараниями выдернули мы все мешки. Сейчас мы будем открывать топ-подарки 2022 года от РР4. Да. Сейчас мы посмотрим на все это дело. Так, где у нас тут? Оба-на, вот так вот жмяк. Это у меня еще с того года валяется. Все, не знаю, Петрович, ты как-то что-то не употребляет все это дело. Может, что-то там и это закушкал, ну не знаю. Так, подарки. Че, погоним по счету? 5 мешков синих первых, вот это. Со снежинкой, со с большой, да. Ага. Ну. А, не, не так. Как там надо делать-то? Так, распаковать. Жмяк. Ё-моё, нифига себе. 50 штук каш гороховый. Обалдеть. Это вообще супер. Ладно, окей. Поехали дальше. Так, избранная. А, какое избранное? Распаковать. Поплавка. Йо, вот это пойдет. Это, кстати, лайтовый вроде, да? Нагрузка 3 грамма. Нормально вообще для личной. Потянет. Так, дальше. Ована. Ух, 50 штук ручейника. Вообще отлично тоже. Ну, нормально. Пойдет. Так, где еще снежинка? Ована. Какой избранный? Это все, блин, куда-то не туда. Распаковать. Ёкарный бабай. Древесина, вишня. Ага. Мы на ней кого-нибудь скоптим. Ага, столько времени провели тут. Ладно, поехали дальше. Ну, древесина чего? Пойдет тоже. Нормально. Так, вот еще у нас один. Это, так. Вот это, да, пятый? Распаковать. Яички. Блин, ее вообще мало в игре, просто я не знаю, какое у меня ее количество. Но она нужна, как бы, ну без нее куда? Куда денешься? Без нее и рыбалка, не рыбалка. Йо. Ага. Так, поехали дальше. Что там у нас? Мешки зеленые теперь, да, 3 штука. Оба-на. Жмяк. О-о-о, ангара. Напиток ангара. Ну, нормально, чего? Это. Петрович, в принципе, сушняком тут не болеет. Он бы как бы на рыбалке-то не употребляет. Редко бывает, конечно. Когда там осетр клюнет. Раз в году, ё-моё. Ну пойдет, что, ангара, из того года еще. Она уже забродила, наверное. Нормально. Так. Дальше поехали. Жмяк. О! Пивовар. Лапшина, ё. Че тут? Бубин. Не понимаю, что, бубенчик? Да бубенчики у Петровича звенят постоянно. Нормально. Бубенчики, короче. Упаковка, все нормально новогоднего. 0,5 литра, 6 штука. Ага. Так, поехали, третий. Жмяк. Ну, это сразу, чтобы после того-то это запить. Кока-кола. Нормально. Продать нельзя, интересно, блин. Так, чё, всё? Эти кончились? Блин, я вылавливал их столько, открываются так быстро. Нифига себе. Красненькие попёрли, красненькие. 2 штука. Жмяк. О, 3 танкиста. Ё-моё, в танке мы сейчас играем, вот туда надо забирать будет. Тоже 6 штук, нормально пойдет. Крепкая, главное, ага. Забористо. Так, открываем следующую. Жмяк. Еще. На, говорит, на добавку. Мало будет. Ну, а что с одной коробкой-то? 2 надо. Одной-то маловато. 6 бутылок. Это что это? Тьфу, ни о чем. Поехали дальше. Так, что у нас дальше? Мешочки. Полосатенький вот этот идет по счету как бы. Да? Блин, ну сейчас отсюда я не знаю, что. Уже. Да покрепче бы тогда чего-нибудь там.
Так. Жмяк. Ёкарный бабай. 350 метров. Угу. Прочность 15 килограмм. Но это пригодится, да. Нормально. Пригодится. Так. Видишь, ну, блядь, черный цвет еще. Все дела. Нормально, пойдет. Это мы синенький открыли, да, полосатенький? Да что ты не принимаешься, ё-моё. Так, теперь зелененький вот этот идет, как бы у нас вот так вот. Жмяк. Ё-моё, ну я не знаю, все. Бубенцы светиться теперь будут. Не то, что блякать, а теперь светиться будут. Блин, на пол водоема. Ага, отлично. Так, это у нас какой там был зелененький. Теперь красненький. Поехали. Опана, а это что такое? Тигровый орех. Количество 80 штук. До сотни не могли доложить уже в банку. И вот все вот надо все уменьшить, все уменьшить. Тигровый орех. Ладно, это на закуску к трем танкистам пойдет, наверное. Не знаю. Но, возможно, пойдет, ладно. Погнали дальше. Так, что у нас там красненький, синенький вот этот теперь, да? Опана! Удиви, ёптать. Рыба мечты. Рыба мечты. Осетр, осетр. Крупный, чтоб клевал, чтоб и почаще, почаще. Да покрупнее, покрупнее. Купон на один заказ. Ну, понятно, ёма. Тут, видимо, удачи не видать. Так, купон. Угу, поехали дальше. Мешок с подарком. Вот этот вот. Жмяк. 7 дней премиум аккаунта. Отлично. Я вот только... прошлогодние 7 дней эти использовал, чтобы поймать 2 мешка. У меня лежало это в запасе. Ага. С прошлого года еще. Пойдет. Нормальный. Угу. Так. Ну что теперь? Синенький? Ёкарный бабай. Вот тут вообще ветка должна быть. Петрович, а как нет? А по-любому ее... Вот сейчас посмотрим. Жмяк. Ты нихера себе... Сказал я себе. Вот тебе покрепче. Хотел, говорит, покрепче. Набери. Спасибо. Огромное. Ну а чё нет? Жмякнем, ё-моё, за Новый год-то. Ага. Так, друзья, кто еще лайки не поставил, жмякните вот так палец вверх, там, туда-сюда. Кто на канал не подписался, обязательно подпишитесь. Сейчас мы откроем этот самый чудесный красный мешок. Не знаю, что там будет. Килограмм золота, может, блин. Ох, ну ладно, что, венцо пойдет. Венцо пойдет. В общем. Угу. Ну что, будет катушка, нет? Петрович, как ты там? Говорит, губа закатывающая машинка. Блин, я сюда не запечатал, показал бы сейчас, как она выглядит. Ну ладно, кто на стримах есть, все это, все уже знают, как она выглядит. Ё-моё, потёрт уже там ручка, уже Петрович что-то закатал, нормально. Ну чё, давайте, поехали. Жмяк, ёкарный ты бабай, а вот ещё крепче. Самогон, количество 10 порций, большой пузырь такой. Охренеть можно, охренеть можно. Топ-подарки, ребят. Я столько времени просидел эти мешки... Проловил. Ё-моё, я не знаю. Быстрее бы самогона я нагнал бы. Единственное, что 7 дней премиума. Как бы. А больше все, ну, вы сами все видели. Топ-призы от РР4 в 2022 году, типа. Да. Ну неужели вам, ребят, ничего-то там что-то не придумать-то такого? Нормально, ну серьезно. Блин, ребята играют. Ну. Поскольку лет уже тащут вашу рыбалку. А, еще, кстати, ребят, елочка дается, когда выловите. Так, не так. Когда выловите все эти мешки. Топ. Блин, как посмотреть-то? Ё, забыл. Рекорды, рейтинг, статистика. О! Награды. О, елочка. Новогодний приз. Я поставил в доме, у меня стоит вот такая, 2021. Тут хоть написали. А вот на этой в доме не написано.
какой ты год там ловишь, чего, кого, с какого это года у тебя елка, может быть, с начала игры или, ну, не знаю. Как бы это, разработчики, подпишите вот тут хотя бы дату немножечко. 2022, прям на елочке, чтоб как вот до вот этой вот было видать, на. Ну, ну, а то как-то, ну, непонятно. Короче, вот такие призы, друзья, катушку. Как всегда, антигуба, закатывающая машинка. В общем, друзья, всех с наступающими праздниками. Всем всего самого наилучшего. Всех благ. Ну и кто мешочки еще не выловил, чтобы вот этим там, блин, в синеньком, красненьком, розовеньком каком там мешочке попалась катушечка топовая, топовая, чтобы, ну, нормально. А не так, как вот это, ну, тут это. Как бы Петрович хотел увидеть, покрепче, вот тебе, покрепче. Вот такие вот дела, ребят. Время я провел вот на вот этой лавке, вот тут рядом сбоку, на той лавке, короче, и там, и там. Блин, ну дофига я проловил, дофига. 7 часов туда-сюда. Короче, не знаю в реале, сколько часов взять, если я тут просидел. Ну, нормально. В общем, на что ловил? На удочке, ё-моё, крюк маленький, крошечный, 20-й, червяк и тесто чесночное, вот. Бубенило почти постоянно на одну первую палку, блин, я не знаю, с чем это связано. Там пару мешков. А, ё, я самое главное забыл. Чё ещё выловил-то? Нифига, сейчас бы это, самый-то смак. Нового года, ё, как его там, аксессуары. Во, ребят, вот такой утюг. Вот такой утюг, сейчас бы я про него забыл, но ё-моё. Самый главный подарок топ, вот он. Электричества не будет, уголька подкинул, и всё нормально. Давайте, друзья, всем огромное спасибо, кто посмотрел до конца, кто прожмякнул полукосику там, туда-сюда подписался на канал, всех благодарю. Ну, а что разработчикам RR4 сказать хочу? Маленько бы вы это, расщедрились-то, подарочки-то делали получше. Ну, ну а то что-то уж вообще какая-то беда, я не знаю. Чтобы, да. Ну ладно, что тут говорить. И так все понимают. Давайте, друзья, вам еще всех благ, всего самого наилучшего, с наступающими праздниками. И топовых призов в топовых мешках. Ё-моё, чтоб вам повезло. Всем удачки, до скорых встреч, забегайте в гости, не забывайте.